Имя миссис Гомель 2017 стане вядома сёння. Абаяльныя і паспяховыя маладыя маці рыхтаваліся да гэтага дня на працягу месяца. Падрабязнасці фінальнага шоу ў рэпартажы Ганны Каральчук. Конкурс «Місіс Гомель» сёлета пройдзе ў трэці раз. Яго місія – прапаганда сямейных каштоўнасцяў, ідэалаў добра і прыгажосці, а таксама прэстыжу мацярынства. Месяц падрыхтоўкі дапамог фіналісткам раскрыць сябе па-новаму, стаць больш упэўненымі ў сваіх сілах. Дэфілей, харэаграфія, фотасесія і здымкі видеоклипа. Супермамы у полном узброении и готовы издевлять глядачов и журы. Уже начинаю волноваться, спать плохо ночью, но я думаю, что все пройдет быстро и хорошо. Самое тяжелое, наверное, то, что каждый день оставлять деток дома без мамы. Я хочу, чтобы моя мама победила. Это ж моя мама, за кого мне еще-то болеть? Моя мама самая красивая, самая добрая. 15 молодых мам сегодня увечеры выйдут на сцену грамадско-культурного центра, как показать свои здольности, переодолеть страх и у черговый раз доказать, что женщина у семьи может отчувать себя прыгажуней. На шляху до перемоги яны представят визитовку, хореографичный номер, семейное дефиле и финальный выход у вечерних сукенках. Владельницы трех призовых мест отримают сертификаты на ювелирное упрыгоживание. Але сам факт удела у финале – так само перемога. У каждой удельницы великая группа поддержки из родных, сябров и коллег. Я, безусловно, сейчас счастлива, что я принимаю участие в конкурсе «Миссис Гомель». Я надеюсь на победу. Вот. Хочу сказать огромное спасибо своим родным и близким за поддержку. Глядачоў чакае не толькі яркае відовішча, але і паказ калекцыі адзення і выступлення запрошаных артыстаў. Нагадаем, што на сайце Цэнтра моды і прыгажосці «Хрустальная німфа» яшчэ працягваецца галасаванне за тытул «Місіс глядацкіх сімпатый», імя якой таксама стане вядома ўвечары. Ганна Каральчук, Міхаіл Рабкоў, Тэлерадыёкампанія «Гомель».